сказал, ты должен был сказать, что ты отмечаешь правильные ответы на мои вопросы для дополнительных баллов. А зачем ты сейчас выдаешь все наши тайны, думаю? Ну, потому что у меня уже все сгорело. У меня не только ресницы расплавились, у меня уже бровей нет от этих плит. Поэтому, я думаю, самое время отойти и дать ребятам поработать спокойно. Они... Ура, наконец-то! Я побежала подписывать все новые, а мы аплодируем нашу команду. Давайте поаплодируем нашу ведущую Андрей. Наша дорогая Адель дала некую встряску интеллектуальную, они попереживали, теперь им придется долго восстановиться.